Белорусская универсальная товарная биржа нарастила объем сделок. Он достиг отметки в 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Годовой прирост составил 30%, подсчитали аналитики. Свыше миллиарда рублей обеспечили торги металлопродукции, прежде всего черными металлами и изделиями из них. Товарооборот по секции лесопродукции вырос до миллиарда рублей. Лидерами продаж на внутреннем рынке стали круглые лесоматериалы и услуги по заготовке древесины, а на внешнем – пилопродукция и щупа. Секция сельхозпродукции обеспечила свыше полумиллиона рублей биржевого товарооборота.